К другим темам. С сентября возобновятся авиарейсы между Анадырем и Новосибирском. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Владислав Кузнецов. Запуска этого востребованного маршрута удалось добиться благодаря поддержке полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева и министра транспорта Романа Старовойта. Самолеты из столицы Чукотки в Новосибирск авиакомпания S7 будут летать раз в неделю. Первый рейс состоится 4 сентября. Полетное расписание выстроено до конца октября. Напомним, что вопрос развития транспортной доступности Чукотки обсуждались на рабочей встрече главы региона с министром транспорта в середине июля. Речь, в частности, шла о возобновлении движения по маршрутам Анадырь-Владивосток и Анадырь-Новосибирск. Эти рейсы пользовались большим спросом в 2023 году. Тогда по этим маршрутам было перевезено 15 910 человек. Между тем, правительство округа сообщило о дополнительном возвратном рейсе между Анадырем и Хабаровском в конце сезона отпусков. 28 августа его выполнит авиакомпания «Аврора». По информации окружного департамента промышленной политики, на август распроданы все билеты между окружной столицей и Хабаровском. Дополнительный рейс организовали для того, чтобы у жителей региона появилась возможность вернуться домой к концу отпускного сезона. Полет выполнит самолет Airbus A319. 19 пассажиров вместимостью 130 человек. Продажа билетов на этот рейс уже открыта. Добавим, что 28 августа также будет выполнен плановый авиарейс по этому же маршруту. Самолеты прибудут с разницей в 40 минут.